Приветствую, дорогие друзья. Сегодня обозреваем отремонтированную кассетную деку Yamaha KX1000. Ремонта потребовал лентопротяжный механизм, а также плата с заменой регулятора подмагничивания, пасека низкокачественного с немаленькой детонацией, которую он давал, переборка, смазка протяжки с множеством шестеренок, пасек всего лишь один, своеобразная интересная протяжка и полнейшая настройка всех систем согласно сервис-мануалу по приборам. Пишем, проверяем запись на ленту Fuji Metal Z. Источник. Лента. После ремонта и настройки аппарат стал в 5 раз лучше выдавать характеристики по детонации. Если было под 0,3%, сейчас 0,06%. Пасек высококачественный установлен, аудиофильский, новый, подошедший по размерам. Отлично. Слушаем запись. Диск. Лента. Тоже проверим, давай, на нормале, на хроме. ТДК D90. Лента. Источник. Лента. Там по уровню может быть падать, но достаточно.
попробую также на ленте Sound Breeze Sphere 90, лента японская, из Кореи, насколько я понимаю. Хотя настраивали мы на Maxwell XL2. Слушаем, что получилось на Sound Breeze. Ну правильно, она высокие частоты даже подзадирает чуть-чуть. Есть оперативная регулировка подмагничивания, а уровень она немножко, видишь, валит. Вот у нас высокие задираются, но это мы можем отрегулировать подмагничиванием, как раз которое пришлось менять. Попытка его сделать не увенчалась успехом. Совсем оно было испорчено. Уровень будет поэтому на Sound Breeze у нас валить, а частотку поднимать. Вот таким образом регулируется. Вот у нас видно, подстроечка идет. Вот ток подмагничивания подстроен. Тест. Вот он хочет ноль, это сказать, наверное. Вот теперь ему подмагничивание понравилось. Так регулируется оно. Диск. Лента. Пишет отлично на Sound Breeze. Подмагничивание немножко побольше требует. Слегка валит уровень. Это можем отрегулировать этим регулятором или вот этими двумя. Один из которых, левый, ремонтировался еще ранее. Чуть-чуть на 1.5-2 децибела где-то. Меняется. Ну, частотка сейчас одинаковая. А вот на этой ленте аппарат был настроен. Подмагничивание на хром. Здесь также включаем подмагничивание. Видим, что здесь наоборот надо влево. Судя по мигающим треугольничкам. Ну вот так вот уже. Близко. Вот так. Вот так, левее. Вот так, хорошо. Вот здесь и уровень будет одинаковый. И частотная характеристика. Проверяем также работу систем Dolby. B, C и DBX, которые тоже пришлось настраивать. Вход, выход.